spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinning Line. Сегодня в нашем обзоре представлена линейка воблеров Mystic. Эта серия производится под брендом Ituma и включает в себя 4 модели. Есть 2 крупных размера, и каждый из них выпускается в 2 степенях плавучести. Но все они предназначены для ловли трофейного хищника на небольших глубинах. Давайте поближе рассмотрим эти интересные приманки в размере 130 мм. Mystic относится к одному из самых популярных классов – Minnow. Корпус длинный, узкий, с невысокими боками, овальный в сечении. Брюшко ровное практически по всей длине. Максимальная высота находится в средней части, а в стороны идет постепенное и плавное сужение. Подобная геометрия обеспечивает достаточно хорошие аэродинамические характеристики и повышает дальнобойность воблера. Как мы уже упоминали, длина составляет 130 мм. Но за счет тонкого тела приманка не выглядит громоздкой. Спереди расположена небольшая округлая лопатка из пластика. Выше мы видим крепежную петлю с заводным кольцом. Кстати, при ловле щуки рекомендуем использовать надежный поводок. Еще одной идентичной характеристикой является рабочая глубина, заявленная производителем в пределах до полуметра. Первая модель обозначена английской буквой F в названии, то есть floating, плавающая. Этим свойством можно воспользоваться при обхождении подводного препятствия. Просто остановите проводку и дайте приманке полностью всплыть над зацепом. Вес равен 15,8 грамма. Вторая модификация имеет аббревиатуру SP, что говорит о нейтральной степени плавучести. Именно суспендеры применяют для ловли пассивного хищника, так как во время пауз они зависают в водной толще и дольше находятся в поле зрения рыбы. Его масса составляет 18 граммов ровно. Среди предлагаемых расцветок всегда можно подобрать самую актуальную для конкретного места ловли и погодных условий. Есть несколько вариантов кислотников, некая усредненная имитация настоящей рыбки, а также расцветки с голографией, которые будут максимально эффективно отражать свет и создавать множество бликов. Все приманки оснащаются 3 соразмерными качественными тройниками, которые, судя по надписи на упаковке, являются японскими. Главное, они достаточно острые, чтобы обеспечить надежную подсечку. Кроме этого, отметим прочность проволоки, из которой изготовлены крючки. Маленькие бородки с одной стороны не сильно травмируют пойманную рыбу, а с другой не дадут сорваться даже трофейному экземпляру. Внутри воблера можно рассмотреть 3 металлические шарика, которые перекатываются в длинном продольном канале. Это система дальнего заброса. Перемещаясь в хвост, они увеличивают дистанцию полета приманки, а при начале проводки занимают исходное положение. Еще есть элемент отгрузки и шумовая камера. Все вместе они создают громкие звуковые эффекты. В качестве анимации для Ituma Mystic, конечно, можно применять равномерную проводку или stop and go, при которой они будут идти, покачиваясь и сверкая боками. Но наиболее эффективным считается твичер. Сила рывков и длина пауз зависит от степени активности рыбы. Самым частым трофеем при ловле на эту приманку станет щука, причем от мелкой травянки до трофейных размеров. Но этот мину также используется и при ловле ночного судака. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinning Line.